Друзья, мы записывали уже с вами историю, какие двигателя стоят на этих лодочках. Антошенька ведет меня к очередной лодке для того, чтобы показать, есть ли на этих двигателях система охлаждения и как это все происходит. Охлаждение у них устроено здесь вообще никак. Охлаждается с помощью морской воды. Коробка у некоторых присутствует, у некоторых нет, но стоит вот такой вот редуктор. Вот такой вот редуктор через цепь, который дает момент на задний ход. Так, Василий, что еще раз? Да. Да. Распространенные дизеля на подобных агрегатах. Вот, устанавливают все в основном дизельные. Дизель — это у нас экономия, это дешевизна и надежность. В основном у них здесь идет Nissan, Isuzu, короче, все японское вот используется. Был вопрос по охлаждению, как это у них устроено, но судя вот именно по данному агрегату, здесь мы просто видим как бы подачу и обратку. Все это охлаждается морской водой. Как оно, сука, там внутри все не сжирает, я с радостью пообщался. Либо у него просто как-то... Это у нас редуктор, который передает крутящий момент. То есть, видишь, у нас получается ведущая звездочка маленькая, ведомая большая. Принцип велосипеда. Если у нас впереди стоит маленькая звездочка, а сзади большая, у нас крутится, ну, меньше оборотов, но намного легче. Вот. Но некоторые вот используют данные моторы с коробками. Вчера мы встретили, но я так и не понял, это автомат был или механика, но, скорее всего, механика, потому что те два шланга, которые я думал, что это на охлаждение коробки, они уходили вниз, а они оказались топливные. Вот. Скорее всего, то была механика, присутствует задний ход на ней. Ну, я не видел, чтобы он передачи там переключал, но все это как бы полноценно выглядело. А так у многих даже напрямую, без вот этого редуктора, напрямую выход хвоста идет прямо с маховика. То есть они напрямую его приваривают, и, соответственно, количество оборотов двигателя, такое же количество оборотов как бы заднего хвостовика. Но размеры хвостовиков у них у всех разные. Здесь тоже мы можем наблюдать отсутствие каких-либо подшипников. У них идет просто второпластовая втулка, никакой смазки. Все. Ну и как мы видим, по состоянию болта, которые без микроши, мне кажется, не открутить. Но у них по-любому тут свои методы есть. Но я к тому, что это они особо не обслуживают. Втулка протерлась, тогда вот они как бы меняют. А так ни смазки, ничего нету. Просто прямой привод, труба в трубе, на конце винт и поехал. Так что, Василич, можем на даче сделать. Друзья, делаем на даче. Открываем автосервис в Тае. Здесь, в принципе, все точно так же примитивно и просто. Никакого у нас нету воздушного фильтра, нет никакой выхлопной. Выхлопная — это вот эти вот 10 сантиметров. Все. И все. Только у меня единственный вопрос. Я ни у кого здесь не видел. У них стоят у всех генераторы, но при этом как бы я не видел. Я видел, как они запускаются. Запитано было. Запитано к этому, к аккумулятору? Ну, по-любому идет к аккумулятору. Аккумулятор вон внизу, смотри. Вон там трубки уходят вниз. Вот именно, Василий, трубки, не провода, трубки. Ну, может, они в трубках, провода для того, чтобы морская соль не разъедала. Чтобы не притирались. Или чтобы не притирались, да. Understand? Ну, так немного. Understand. Наш корабль нас ждет. Корабль, друзья, напоминаю, называется «Небздящий». Небздящий.